гнусный же ты. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак.
Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Она в горячке. Ничего вокруг себя уже не видит. Плохо ей, сударь. Очень плохо. Она в горячке. Ничего вокруг себя уже не видит. Плохо ей, сударь. Очень плохо. Сударь, вы только не медлите. Девоньке моей все хуже. Несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Тело высушено, следы ожогов.
Тело высушено, следы ожогов. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Браслет был на костях предплечья. Интересно, где остальное тело? Thank you.
Трава вокруг колодца выжжена. Судя по всему, это полуденница. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Тело? Отсюда я его точно не достану. Thank you.
что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Дневник из заброшенной хаты. Может, это и есть ключ ко всей этой истории? Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Повешен на веревке от ведра. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Взглянем еще раз. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни.
сработало. Теперь помедленнее. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Пожалуйста. Сидел дьявол на трубе, самогонку гнал себе, выпил дьявол.